Мы на месте. Мы приветствуем Риту, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она кивает, и у нее на голове как маска крокодилия, длинный такой нос сверху, как у детей на Новый год одевают. Сканер, просканируй сейчас голову Риты, сними эту маску, отключи полностью все сопутствующие чипы, датчики, импланты и конвекторы, они подсвечиваются, ты их видишь четко и ясно. Выключай их, выводи все тонких тел, и как все это выходит, отправляй в клетку, тюрьму. Она как шапка сверху одета, уши закрывает полностью. О, похоже на Грейв. На плечи так ложится. Ждем. Готово. В клетке? Но она вышла не в клетке. Хорошо, отправляю в клетку тюрьму. Даю команду на счет 3, сканер сканирует пространство над головой Риты, под ногами 360 градусов вокруг нее. И тело Риты находит все. Она говорит, тяжело. Сейчас все уберем. В область желудка показывает, давит там есть что-то. Там инсектоид, скорее всего, сидит. Мне пошли интерференты. Рептилоид, Давагрея. Давагрея. Лизард. Лизард. Инсектоид. Инсектоид. Бес. Бес. Какой бес? 9. Еще кто-нибудь есть? Нет. Клетки никого больше. Хорошо. Бес. Сколько ты находишься в этом биополе? 4 года. В доме есть? Присутствуешь в квартире? Присутствует. Хорошо. Инсектоид. Сколько у тебя инкубаторов? 2. 2. Вот поэтому и боль идет. Сколько ты находишься в этом биополе, инсектоид? 8 лет. О, долгожитель. Лизард, сколько ты находишься в этом биополе? Идет цифра 15, и он показывает, он иногда спит, а иногда как раскрывается, начинает дергать ее. Как ты ее дергал? Скреб на сердце? Усиливал? Нет, дергал, страхи усиливал. Страхи, ты ответственен за страхи. Хорошо. И гвоздь нашей программы рептилоид и два Грея с маской крокодила. На кого сегодня крокодила одеть из вас, Грей, рептилоид? Мы ее спасли, ограничили от лишних шумов. Вы спасли ее, ограничили от лишних шумов. Это как понимать? Да, да. Закрыли от лишних проблем, закрыли от лишних шумов. Вперед смотрит, по бокам не надо. Она вас спросила об этом? Мы помогли бескорыстно. Хорошо, я тоже решил вам помочь бескорыстно. В моих руках появляется шар живой плазмы. 1, 2, 3. Хорошо, 2 Грея и рептилоид. Вот ваша награда за ваши ограничения, за эту маску. Вы готовы ее принять? Каждому передам по такому шару. Мы не возьмем, оставь себе. Серьезно? А почему же вы не возьмете? Это ваша награда за ваше... За вашу интерференцию, за ваше воздействие. Сколько вы находились в этом биополе, убирая шар? Возьмем в коробочку. Нет, в коробочку вы ничего не возьмете. Единственное, я вас могу в коробочке отправить. Итак, сколько вы находитесь в этом биополе? 13 лет. Какой у нас рептилоид, Вера? Посмотри, пожалуйста. 144. Ты военный? Военный. Хорошо. Какая цель твоего эксперимента, рептилоид? Греев, ответы меня не интересуют. Команды. Внедрение определенных команд. Какие команды она? Через чипы устанавливаны. Понятно. Какие команды вы давали ей? Что она должна была исполнять? Какие действия? Пока простые, ежедневные. Да. Те, которые садятся легко в мозгу. Скажи мне насчет страха смерти. Вы внушали это понятие ей? Страх болезни, страх смерти? Или это был бес? На страхах всегда легко играть, страхи легко усиливать. Это не да. Смотрите, и не нет. Сердечная чакра. Сердечная чакра у нас лизард. Хорошо, начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии. Нет, стоп. Перед тем, как мы вообще начнем работать, сканер, просканируй сейчас Риту на чистоте рептилоида и Греев. Найди их конструкцию, отключи ее полностью, выведи ее из биополя, если таковая есть. Все спрятанные чипы, датчики, импланты подсвечиваются. Ты их видишь четко и ясно, выводи это все из биополя. Как выходит сила моего намерения, отправляю все подключки в клетку-тюрьму. Но не есть круг такой в голове. Не круг, овал небольшой. Вот я сегодня безвозмездно Греем ставлю этот круг-овал в голову, включу на полную мощность и дам откат за 13 лет. Если они не хотят живой плазмы, тогда
такой подарок возьмут. И от него идет разные подключки, а как проводки такие. Конечно, они полностью к разным частям. Захватили мозга. Полностью. Конечно. И не только мозга. Вышел. В клетку тюрьму ушел. Хорошо. Даю команду тонкой копии. Риты спроецирует все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоаббрационную энергию в ее биополе. Каналы выстраиваются также к этой маске и чипам. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоаббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к рите. Посмотри, что идет к чипу и этой маске. Знаешь, идет энергия, она как грязный такой, плотная какая-то масса, когда лед тает, такая грязь идет. Понял, понял. Разными цветами. Выдавливаем все до 100%. Скэнер, дай мне пока полноту души, Риты, на настоящий момент. То. Хорошо, одной проблемой меньше. Готово. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Рита забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Усилию все в 50 раз. Посмотри, что идет от чипов и маски. И от Лизарда. От Лизарда идет спокойствие и сон, я бы сказала. Спокойствие и сон. Готово. 15 лет, он самый старый здесь. Начинаем тогда с вытаскивания того, что остались. Так, еще, кроме беса, кто еще находится в квартире? Рептилоид в Агре, есть ваши подключки, платы? Есть. Понятно. Лизард, инсектоид в квартире не находится. Начинаем тогда с беса. Бес, скажи мне, где находятся лярвы, биополе, риты? Они должны быть после такого воздействия. У нее низ живота лярва. Еще где? На сердечной чакре. Первая была от инсектоида, вторая от лизарда. Еще где? Голова? Затемнение есть? Но есть вокруг головы, где эта маска была, на ней есть. Понятно. Ты хочешь получить лярвы и затемнение? Хочу. Выходи, снимай все, что ты оставил свое в ее биополе. Рассказывай, как оно действовало. После этого я дам тебе отдельную команду. Приступай. Они на руках такие, как бантики черным цветом, ленточки. Него, да? Угу. И что она делала тогда? Под воздействием. Нет, паника. Хорошо, паника идет. Панические вот такие. Ну, я скажу, что не атаки, но как уколы. Страхи это. Это беса работа? Но вот эти бантики, это усиливает. Он, да, на них застрялся. Хорошо, Лизард начинал, бес все усиливал. Слаженная команда. Идем дальше. Бес не хочет быть в команде с Лизардом, он лучше. Я не говорю, что ты лучше или хуже кого-то. Я не знаю просто, что с Лизардом сегодня станется, потому что Лизард больше всех здесь 15 лет находился, принес очень много вреда. Не сбросит ли его в галактическое ядро, Лизард? Как ты считаешь за такое воздействие? Или предложить тебе альтернативу откат за 15 лет? Мы тебе вернем всю боль, которую ты причинил этой душе. Ему жарко от твоих слов. И тебе не просто жарко будет от этих слов. После этого ты перестанешь существовать, тебя разорвет в клетке. Тебе непонятны последствия твоих действий, Лизард. Сколько ты страданий душе давал? Не знаю, но я спрашиваю. Он жил, он этим жил. Хорошо, ты можно жить и столько, не забирать, сколько ты забирал у нее. Бес все снял. Да. Разрешаю тебе забрать все лярвы, все затемнения. Забирай, возвращайся назад. Готов. Инсектоид, твоя очередь. Выходи, снимай все свои инкубаторы, вытаскивай 2 инкубатора, вытаскивай конструкции, крепления к ним, всю свою жидкость, ничего не забывай. Возвращайся назад, приступай. Они у меня в желудке, в области желудка как подвешены, поэтому это я тянула вниз и больно делал. Хорошо, это закончится сегодняшнего момента. Еще пару дней поболит, потом пройдется. Конечно, такое ни один врач не найдет. Все достал. Лизард, выходи, вытаскивай свое гнездо, все свои энергии собирай, ничего не забывай, возвращайся назад, приступай. У него там большое место, и оно вот круглое, и он как по краям так скручивает его. Хорошо. Готов. Хорошо. Грей, что-нибудь осталось незамеченным в биополе на вашей чистоте? Нет. Это потому, что у нас такой сканер. И все, что вы сегодня изобрели, мы уже завтра будем знать. Все забрали, все вытащили. Даю команду на рассинхронизацию Риты с рептилоидом, 2 Греями, маской и этими чипами их, Лизардом, инсектоидом и бесом. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. Готово.
И даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Хорошо, подхожу к Рите, помогая моей энергии отстегнуть каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар, отлетают каналы, открывая воронку в галактическое ядро, каналы уходят на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, мы здесь закончили без. Я тебя сейчас отправлю в квартиру вместе. Нет, ты один пойдешь. Вот, соберешь все, что там оставил на своей чистоте. Там есть черт еще? Да. Понятно. Я после этого, один из вас мне покажет портал, я их закрою. После этого я собираю негатив в этой квартире и могу отдать вам в дорогу. Вас устраивает такой вариант? Устраивает. Вернее, тебя. Хорошо, открывается портал сейчас в квартиру Риты. 1, 2, 3. И бес уходит в этот портал. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Инсектой, ты больше никогда не придешь в это биопуле. Надеюсь, тебе понятно. Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Приветствую, Ли. У меня здесь долгожители. 13 лет сидел. Рептилоид 144-й военный, 2 Грея. Маска крокодила, чипы. Принимали контроль над ней. Кто тебя из них интересует? Рептилоиды и Грея заберем. Хорошо. Все остальное я уничтожаю, да? Да. Под чипами, маской крокодила открывается воронка в галактическое ядро. Все это уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо, Лизард, я специально тебя оставил, чтобы ты посмотрел, что с тобой случится в следующий раз, если я тебя найду в чьем-то биополе. Тебе это понятно? Понятно ему. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Лизарда. Забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. У него сезон спячки, он... Еле держится. Чем мне ему? Потом. Кофе налить или что? Хорошо. Итак, у нас надо будет проверить в квартире еще подключки рептилоида и 2 Греев. Их забрали. Поехали дальше. Выходит эмоциональный фантом. 2, 3. Готово. Хорошо, Рита, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Мне очень спокойно. Отлично. Не забывайте каждый день сбрасывать негатив. Каждое утро заправляться энергиями, выставлять себе Меркабу, выставлять защиту, она ставится изнутри всегда. Как Меркаба выглядит, я надеюсь, вы знаете. Если нет, в интернете есть информация. Кроме того, наш администратор пришлет вам рекомендации после этого сеанса. И для освоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Риты в ее систему биоробот-душа, заводим, подключаем каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.